Не просто спасибо, а vielen Dank. Благодарность самарским медикам зазвучала и на немецком языке. Марио Фройдеман приехал в Самару к друзьям 2 месяца назад. Но на 4-й день пребывания в городе появилась температура и симптомы бронхита. Так Марио впервые оказался в русской больнице. У него диагностировали ковид. Я приехал к друзьям примерно 2 месяца назад. Планировал находиться здесь месяц, но заболел ковидом. Обратился в клинику, и мне помогли. Когда я вышел, мое самочувствие стало намного лучше. И утром я возвращаюсь в Германию. В клиниках Самарского медуниверситета Марио прошел полное обследование и получил лечение. Состояние при поступлении мы расценили как средней степени тяжести. С высокой фибрильной лихорадкой, с одышкой, требующей респираторной поддержки кислородом. Учитывая, что у всех иностранных граждан есть страховка, у нас прекрасно работает служба ДМС, и все разрешилось благоприятным образом. Несмотря на то, что Марио Фройдеман в ковидном госпитале был достаточно экзотическим пациентом, общий язык нашли сразу. За 2,5 недели медики не только справились с 20% поражением легких, но и помогли с реабилитацией. Ольга Хамракулова, Николай Епифанов. События.